Витос, амиго, вспомнил я, что здесь в одном местечке лежит, сидит и разлагается один такой полубосс, который охраняет такой неплохой, вроде как, по-моему, вспоминаем, шмот. Вот, но тут проблема, что я не помню, как туда пройти по-научному, поэтому на пути здесь немного дракончиков, с которыми, сука, наверное, я хер справлюсь. Ну, попытка-то не пытка, в принципе. Человечность у меня с запасом. Ёпта, ну не стремяшь сразу-то, ёпта. Причем среагировали не те, кого... Не те, в кого я выстрелил даже. Обалдеть вообще. Может, луком Гоха надо подбодрить этих товарищей-то, а? О! Во! Во! Дракончик, давай. О, блядь. Ну это перебор. Ха-ха-ха! Ты дурак или как? Давай. Come on. Come on, bitch. Give me your box. Блядь, ты лох. Походу какой-то, сука, педальный, блядь. А не дракон. Этот дракон, по-моему, сломанный какой-то, нет? Ёб твою мать. Во-во-во, давай. Давай, о. Не, ну это перебор уже. Пробивает щитяру-то. Вот, сука, ты смотри, что он делать умеет. Блять, а как по одному-то с ними можно драться вообще, нет? Нет такой функции, что не заложено? О-о-о. Лох косой, пал. Ёпта, ёпта. Отличный бой, блядь. Рот ебал того, кто, блядь, их тут, сука, придумал поставить говно. Ну как, блядь, ёб твою мать, как нахуй, если их тут 20, блядь, штук стоит, ёб твою мать, блядь. Ни один, ни два, блядь, сука, понаставили нахуй, ёб твою мать. Только, бля, вот в натуре читовать издалека, из лука, там они не агрятся, стой, хуярь, блядь, проходи, ёпта. Разработчик так придумал, бля, больше нету нахуй способа, охуенно. А, ёпта, нашел этот проход. Ну правильно, сначала пиздюлей надо получить, потом проход найти. Сука, это из города этих ссаных призраков, короче, надо чуть подальше пройти. В смысле, там это, лифт второй. Шляпа ведьмы, Беатрис какой-то. Впервые тут не герой какой-то, не рыцарь помер, блядь, гордый. Какая-то ведьма скопытилась. Но ее тряпки мне вообще нахер не впирлись. Так, теперь надо понять. Мне в какую сторону идти-то? Это помойка, это понятно. А туда прохода вроде как дальше-то и нету. Хотя там вон какие-то мосты. Значит, не туда, значит, в ту сторону. По этой стороне. Сейчас, сейчас все будет. Блядь, человек сейчас проебал только, да насрать, блядь. Мне эти драконы еще, блядь, ответят, пидорасы. О, впередыши, видите, висит. Ну, это, я так понимаю, такой же чмошный дракон, как в DLC-шке был, помните, который половина оторвалась, половина, бля, осталась. Вот, но выглядит грозно. Ну, тут, конечно, замануха вообще полная, да? Тут понятно, что надо сделать, чтобы он ожил. Надо что-то у него спиздить. Даже мертвый дракон, сука, не прощает воровства. А, о! Ёб твою мать. Тихо-тихо-тихо, ухожу-ухожу. Блять, что за... Почему я одет в это говно, ёб твою мать? Сейчас оно вообще нахер не нужно мне. Чё-нибудь. О. Кувырок с нами. Похуй цунами. Да, бой, конечно, типовой такой немножко. Немножко по-дебильному скрипт написан. Блять. Вот ничего уже не попадает нахуй, но все равно дамаг, блядь, приходит. Здравствуйте. Здравствуйте.
принципе, можно, смотрите, вот так вот стоять. Пиу, пиу, сука, падла, как тебя? Блять, смотри, попал в ответ. Дамага, правда, с этого вообще никакого не пришло. Видимо, разраб посчитали, что этот дракон слишком хорош, чтобы использовать его в этой игре только один раз. Так, и вот что он охранял. Астурский прямой меч какой-то и щит с эмблемой дракона. Тьфу ты, блядь, я думал, тут доспехи были. Чё за щит? Щит неизвестного рыцаря, скорее всего, высокопоставленного рыцаря Асторы. Зачарованный синий щит, чьи изображение дракона лишь защищает урона огнем. Нахуй ненужная вещь. А меч из Асторы. О! От волшебства. Прямой меч неизвестного рыцаря. Благословенное оружие отличного качества, да. Змею только его скормить больше он нахрен не нужен, получается. Так, 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 так. Значит, я на шмотке обломался, да? Сука, сейчас месть над драконом отомстить. Вон. Видите, сколько их здесь уродов этих, блядь, расплодилось. Где мой нахрен? Увеличит критической атаки. Не то. А, у меня нету этого, блядь, кольца на лук-то, ёб твою мать. Ну, сейчас попробую, значит, как-нибудь, сука, с этой стороны напасть. Может, по одному выманить удастся, не знаю. Соси, блядь, сразу всё предупреждаю на них. Он, сука, подавился своими молниями и сдох. Только если вы думаете, что их тут, блядь, раз-два и закончились, то вы жестоко, бля, ошибаетесь, потому что их тут сраная, блядь, пастбище, бля. Видите, они пассивны, они на дальней атаке вообще не алё. Охуенно, метка, блядь. Дай-ка я нахуй ёбну ему из царь лука, блядь. Чё, никак? Говно какое. Там проблема в том, что за поворотом их еще, по-моему, стоит там штук 10, блядь. А, нет, смотрите-ка. Нет никого больше. Отличный кувырок с захватом цели. В исполнении спортсмена, блядь, в плаще. Пошел нахуй, говнюк, блядь. Спам работает отлично. Так, а если я надену что-нибудь более такое... О, нифига накидка ведьмы-то, смотрите-ка. Защищает-то. Нихерово. Это лучше, чем сет этого, блин, Честера. Хренестера. От молнии сколько? А ну, штаны Честера оставлю. Шлем. Мне кажется, я все готичней и готичней становлюсь просто. Все горчичней и горчичней. Ну давай, ублюдина. Блять. Давай, тварь. Уладим это раз и навсегда. Сука, курица, блядь, синий бройлер. О! Да ёб твою мать, ты посмотри, а. Бам по башке, блядь, по тупой. Идем в размен. Дерзко, дерзко идем в размен. Ну вот где их два, это, конечно, полная вообще засада. А, их три, блядь. Засада еще круче. Ну ты как их по одному выцеливать, я не понимаю вот этого нихуя. А? И это типа не драконы, это драконлинги или как их там, блядь. О, в сусало им стреляешь, да и нахуй. У меня, правда, стрел не такой шикарный запас. А если вот такой? А если, блядь, еще попасть при этом? Куда-нибудь? Да, ну разница в дамаге, блядь, своих денег не оправдывает, кстати, эти стрелы. О, капюшон разбойника и паучий щит. Обалдеть. Царь лут. А, все-таки вас можно по одному, да, выманивать?
Ты охуел? Я твой рот наоборот, а? Пиздец, какое говно. Ну чё, сука, ходячие эмблемы Mortal Kombat со своей пиздюли получили. Теперь, сука, пытаюсь понять, что они охраняли тут, мрази. Чё-то же должно тут... Чё-то же должно тут быть, блядь. Не могли эти, сука, тут толпой просто так стоять. Это вот это единственные мобы в игре, вот такие вот эти вот синие драконы. Они только здесь тусят. Больше их, по-моему, вообще нигде нету. С них еле-еле фармится драконья чихуя-нихуя. О, вот оно чё, Михалыч. Кольцо с красным камнем. Ну и нахер оно нужно? Кольцо с красным камнем. Чё даёт хоть? Кольцо с красным камнем. Усиливает атаки, когда мало здоровья. Для любителей рисковать своим очком, очевидно. Потому что когда мало здоровья, ты, блядь, отъедешь очень быстро, мне кажется. Говно какое-то. Я-то думал, что сейчас... Сетик какой-нибудь хоть будет. Это они такой толпой охраняли вот это колечко с обоссанное, обосранное, что... Херня какая-то, вообще неправильная. А это что здесь такое? Могли бы что-нибудь положить хоть для прикола-то за поворот. Все, ничего больше нет. Отлично, вообще классно. Все, можно валить отсюда. Значит, куда надо? Значит, нам, бля, в катакомбы идти, тернита, пиздё, хотя что еще делать? Между прочим, никакой, сука, срезки сюда нету. Пришлось идти очень, кстати, не слабо из храма огня пешком. У меня почему-то в костры, в телепорта не было в эти костры никакого. А может, потому что надо сначала было... чашу зажечь, а потом уже посещать костры. Чтобы они появлялись в телепорте. Я уже думал, он не сдох, а я уже щит убрал. Сука, они те еще гопники здесь на самом деле. Они тут стоят вообще повсюду. О. Катится. А, я не хочу ничего на самом деле здесь лазить, бегать и собирать. Из того, что мне не будет нужно никогда. А у меня уже все, что мне нужно, есть. Я просто хочу уже. На самом деле здесь тоже дерьмовое достаточно место. Ничего постоянно нигде не видно. Куда ты падаешь, ничего не понятно. Шаг вправо, шаг влево, давай, до свидания. Вон, смотрите, видите? Зенки, блядь, чит стоят. Хорошо, хоть глаза светятся, ёптать. И стрёмно, сука, не то, что они, блядь, дамага типа дохера наносят. Дамаг херня. Стрёмно то, что они скинуть могут. В легкую. Вот так вот. Вот, смотрите, хуяк. И это полный пиздец, вот, блядь, это не локация, а уёбище, блядь, на самое настоящее, нахуй. И блядь, угадайте, где я? Ну, почти в храме огня, блядь. Еще попытос, сука. Я даже не... Блядь, там еще и лучник. Вообще классно. Столько удовольствия, блядь, в одном месте все собралось. Пошел нахер. Пошел нахер следом за ним, блядь. Хорошо вот эти, сука, не ожили, которые здоровые. Так-то я таких средненьких убиваю, смотри. А чё? А как лут забрать, который там светился? О! Ну это тот еще пидор, на самом деле, вот этот вот. Блядь, что ты делаешь? There's a fine spot. I found it first. But, well, we're friends. In any case, have a look. Пиздит. Он подходишь на край, он тебе пинка дает. О, а это что за хуйня? Охуенно. Атака удалась, блин. Бам по еблищу. По самому краешку задел. Тут как-то можно спуститься же, вроде как, нет?
Как-то можно, но не здесь, видимо. Здесь какие-то типа фонари такие вот эти голубые, но от них что-то света, блядь, я не знаю. Могли бы их побольше расставить, что ли. Кто кольчугой бряцает-то? Как не понимаю, кто, где, что тут? Это что за хуйня? Ёб твою мать, что ты здесь делаешь, пидорас? Кто это идет, блядь? Псина или... Или ее ебаный хозяин? Нихуя, как классно в темноте с ним драться, ёб твою мать, вы бы знали. Какой опасности, нахуй, оружие, это чё, ёпта? Вот кто в опасности, анальный рыцарь. Обломок титанита, алебарду гони, тварь, блядь. А, видите, они отражают, как бы, они не светят. Сами по себе-то, блядь. Жди, а у меня порошка починки-то нету? Чё-то борода какая-то, вообще не вовремя. Душа Мануса. А нахуй этих королей четырех убил? С них хоть великая душа падает или говно какое-то? Чё-то не понял, хера. Чё-то зашел каких-то пацанов, убил, блядь, ни за что. Да, хуй тут чё, блядь. Чинится, блядь, конечно. Это. Там вон еще одна псина, блядь. Плуту нежить, о. Еще и здоровый лучник-то, блядь. Спать, сука. Душа отважного воина. Еще одна псина, блядь. Причем она тоже в режиме берсерка работает. И похуй, что ее бьют. Ёб твою мать. Нет, ниже падать некуда. Сука, есть куда падать, блядь. Блять, ебанутая локация, я ее рот наоборот, ну блять, пиздец какое дерьмо. Просто, блять, пиздец какое говнище, нахуй она нужна, блять, пиздец, блять. Сука, ублюдина ебаная. По наводке от подписчика взял, сходил третий комплект уже в этой игре сверхтяжелых суперхер, знаешь, что с доспехов, на этот раз каменные. Все, укрепился. Третий заход, блять, в эту ебаную дырку, бля. Не знаю, как называется, это ебучая локация, нахер. Я бы назвал ее дырка Саши Грей, блядь. Такая же огромная, нахуй, темно. Шаталити, ёпта. Сука, эти здоровые, мало того, что они, блядь, пинками тебя скидывают, они еще, сука, дамажат нахер прям через тяжелую бронь, блядь. Да в рот его этот лут, блядь, манать нахуй нужен. Слышишь, блядь, чувак, ты меня, короче, заебал, нахуй. Да ты мне просто не нравишься, блядь. Петух обоссанный, блядь, я знаю, что ты гандон. Мне не надо большего, блядь. Вон, видите, души? Это вот этот пидор их туда поскидывал. Давайте, кстати, блядь, может посмотрим, что там есть. Может тут костер? Может он тебя к срезке подталкивал? Череп-фонарь. Вот если у тебя типа фонаря до этого момента нету, не было. Ты каким-то чудом до сюда дошел, блядь. О, овца это здесь сидит. А что он тут делает? А, это ее эти провожатые. Вон они. Два
жирных, блядь, Борова, ёб твою мать. Странно, он полый, а магию-то не забыл, блядь. Все, обсерились, ёпта, черти ссаные. Ну чё теперь скажешь? Да, удалось. Винс и Ника сдохли и благодарны мне. Ты идешь? Нет, ну сиди тут, значит, блядь, до скончания времен, дура. Выход-то отсюда есть какой-нибудь из этой, блядь, анальной дырки? Хотелось бы к костру какому-нибудь выйти. Это что за, блядь? Это что за хуйня вообще ползучая, блядь? Что это за говнище? О! Причем не видно, далеко они или нет. Ах ты, блядь. Двойной Ван Дам. А, я понял, как тут надо ходить. Фонариком посветил, лампочки зарядил. И нихуя не видно. О, классно, блядь. Я не уверен, что везде, где горят вот эти сталактиты светящиеся, везде ходить можно. Может, тут есть какое-нибудь заклинание, чтобы это... Вечный свет... Ну, это призрачная стена, я так понимаю. Ага. А за ней, а за ней. Дают люлей. Ха. А, я тут шел же. Нет? Тут сразу не просышь, где шел, где не шел. А, ну я лоскутика тут угрохал этого дебила. Сука, ни конца, ни края, бля, этой локации не видно, честно говоря. Пошла в жопу шавка. Это что такое? А, это ее запчасти. О! Секите. Что внизу видно? У меня только один вопрос, как туда пройти, бля. Здесь тут, блядь. Везде лучники да собаки, бля. Черепудли одни, блядь. И черепадлы. Сука, пошел нахер. Ну чё, еще собаки есть? Я здесь, что ли, сдох в прошлый раз? Ну, налево, направо. Куда? Где? Я ж костер видел. Хер там плавал, не пойду. Где-то здесь костер был. Светился. И что это такое? Я сомневаюсь, что он был где-то здесь. Резной щит. Да нахер он мне обосрался. Меняю все щиты игры, сука, на костерчик, на один вонючий, блядь. Вон он, внизу. Сука, мне вот интересно, а спрыгнуть от этого можно? И что это нам дало? Правильно, них абсолютно нихуя. Да, блядь. Значит, ниже, да, надо? Они же там вон уже зенки, блядь, чьи-то. Ёб твою мать. Тут и тот, и этот. Начнем с тебя, Урюк. Первый пошел. Вторая шавка где? Вторая пошла.
как туда? Не знаю, насрать как туда. Где? Кострище сраное, видно же было, сука, где-то здесь. Я, наверное, в глаза ебусь, но костра я что-то не вижу. Ага, а вот так их видно. Три. Три сразу. Нахуй. Я что-то вообще не врубаюсь. Костер, где, блядь? Где костер-то, нахуй? Мне эти, блядь, собаки ссаные. Тут его нет, хорошо. Тупорылая локация, блядь, трубу шатал, сука, дерьмо кусок. Вот он, блядь. Хер найдешь, ептась. Чекпоинт! Сучьи дети. Делали, блядь, этот уровень. А, и они отспавнились, ну конечно. Вот и думаю, юзать ли лишний раз чекпоинт или ну его в жопу. А, хер там плавал, тварь. Так, куда тут идти-то надо было? Где-то спуск был. И там сразу трое, блядь, вообще, блядь, бред. Их не обойти, да? Прыжок веры, блядь. Вера прыгнула. Следующий петух. Хорошая атака у этого топора. Не надо примеряться. Подходишь так примерно. На глаз определяешь. Бабах силовую. Так, а что они тут делали-то? Пропасть сторожили, что ли? А, во. Мне вот просто любопытно, ну чисто вот чуть-чуть вообще, где конец, блядь, этой ёбнутой локации вообще, она. Это, блядь, в 20 раз хуже этой ссаной помойки, где, блядь, во второй части надо с факелом бегать. Хоть тут и фонарик дали, блядь. Один хрен, я ненавижу эту локу. Да хуже сраного Анорландо, блядь. Со всеми его ссаными привидениями. Просто, блядь, жопа. О, свет божий, срань господня. Блядь, и где бы вы думали мы находимся? Правильно, озеро Золы. Уии, классно-то как. Только, видимо, с какой-то другой стороны, блядь. А прохода сюда там не было, интересно? О, сикараха. Пошла ты в жопу, можешь бежать куда хочешь, тварь. А тут чё? Да нахера эта дорожка? Вообще не врубаюсь нахрен тут этот выступ. Наверное, какой-то секрет опять надо разбежаться, куда-то прыгнуть, блять, в невидимость какую-нибудь. Там, может быть, куда-то попадешь в какую-нибудь нахеранальную трещину. И будет тебе, блядь, счастье, да? Ну здесь хоть, блядь, хоть. Ай, сука, что за член из костей, блядь. Здесь хоть немножко светлее стало.
Блядь, сколько сюда ходить до этого босса, а? Это ж пиздец. Или там еще костер будет? Сомневаюсь. Да пошла ты, блядь. Сука, из-за нее еще и лучник там херачит. И че за прикол? Это она телепортнулась, что ли? Знакомое место, сука. Да-да-да, блядь. Я ее на гифке это место видел недавно. Ну, видел. И хули. Пиздец. Я рот топтал эту игру. Блядь, вообще говнище. Ебать. Вот это, блядь, святое место, сука. Давай еще разан. И пошел нахуй, уебок. И друг твой -то тоже пусть нахуй идет, тварь. Атака от бога, бля, была. Запрыгнуть под его самый ядерный удар, это, бля, такая техника вообще, вы чё? А это чё за говнище? Блять. Ёб твою мать, там-то еще кто? Не могу оставить за своей спиной этого пидора перед шагом в эту неизвестность. Сука, жить тебе, блядь, 3 секунды, тварь. Чё-то мне сдается, что я мало с собой притащил, блядь, эстусов, походу, раз тут такой замес. Какие-то скелеты раком, блядь, стоят. Некромантов там хуево тьма, вот кто там, блядь. А что за пидораси? А, маленькие гиганты. Ну-ка. Во второй части такие были, они магии пуляли, а этот чем? Огнем? Говном каким-то. Вообще не радует. Твали, пупсик, блядь, ссаный. Чувствую, как раз попадет, блядь, и пизда. Ёб твою мать. А, это вихри эти. Ебать их тут. Наплодилось пидорасов. И пупсики эти, блядь, со всех сторон. Черепудлики, блядь. Что-то там выпало. Дождичка. Обломок титанита, блядь. Ебать, какая прелесть. Все, съебаем отсюда нахер. С дороги, блядь, окаменелости. О, это что за говнище? Душа героя. Ну, мне туда, я так понимаю, да? Господи, спаси, да сохрани, ну. И что, мне туда падать, что ли? Мне надо было сдохнуть еще, блядь, там. Просто упасть и сдохнуть. А то что, нахуй мне драться-то? Гнидо. Начинается бой с гнидо. Начинается он с того, что ты, блядь, все свои здоровья тратишь на падение, блядь. Отлично вообще. Лучшая хуйня, какая могла случиться. Doom 2, блядь, начало игры, ёпта. Там, или 3. Короче, какой-то мандюк из скелетов состоящий, блядь, понятно, сейчас пиздиться будем, чувак. Вставай, нахуй, лечиться пора. Так, я не помню, что он делает этот. Ой, блядь. Анальный пропиздон он делает.
А, и скелетов резает. Вообще, бля, изумительно. Ёбаный в рот. Да ну нахуй, как драться-то, блядь. Охуенно. А я думал, не трудно будет. Походу, я ошибся, блядь. Блядь, от этой хуйни вообще увернуться-то можно, э? Это что такое? А, вот он сам своих скелетов убивает. Атаки в спину не проходят, да? Ну, грипп Элизабет, давай, блядь, лечи меня нахуй. О, грипп Элизабет, блядь, мочит нахуй. Хуйня какая-то происходит, блядь. Ну, грипп Элизабет знатно лечит, конечно. Ща-ща, петух, тебе жить осталось. Половину шишечки, блядь. Ну не падай, главный герой, что ж ты делаешь-то, блядь? Сука, я его закромсал, блядь. Забил его нахер, как свинью, блядь, вонючую. Мразь, блядь. Фаталити нахер. О, ты так чуть, блядь, тощий какой. Великая душа, блядь. Обоссать нахуй твою душу, блядь. Эту душу вертел, блядь. Мотал ее нахер, душу твою. Наматывал, блядь, прям. Козлина, блядь, обосранная. А еще ему в ковенант можно вступить. А еще он тебе меч подарит, блядь. А потом пиздиться с тобой будет на одинаковых мечах. Вот классно, блядь. Сука, я аж переочковал, блядь, что опять нахуй придется по этой темноте бежать. Нахер надо, блядь, все, в пизду. Аллилуйя, это была великая победа за великую душу. Пишите, жмите, я очхал. Пойду нахуй стресс снимать.